Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 216. Чтобы выразить в километрах расстояние, измеренное в морских милях, пользуются формулой y равняется 1,853 умножить на x, где x – расстояние в милях, а y – тоже расстояние в километрах. Выразите в километрах следующее расстояние – 10 миль, 50 миль, 250 миль. Итак. У нас есть формула, которая выражает в километрах расстояние в милях. Итак, при x равном 10 мы получаем, что y равняется 18,53 километра. При x равном 50 y будет равняться 1,853 мы умножаем на 50. 92,65 километра. Х равняется 250. Y равняется 1,853 умножить на 250. Равняется 463,25 километра.